что, приступаем? Миленькая тыквочка. Просто кто? Уже красавец. Внизу зубов не делать? Только верхний? Да, только верхний. Маленький, а твердый. Пахло тыквой. Уже интересно. Улыбочка появляется. Угу. Я думал, только больше будет. Чтобы, типа, у нас минимализм. Чтобы типа вырезать на дне и одеть на вырезать дне и одеть на голову. С тыквой на голове. Ну мы можем здесь тоже вырезать. Можешь и такую одеть. Как кепочка будет. Как кепочка будет. Хотя, в принципе, может, налезет. Я же говорю, что налезет. Налезет? Ну тогда давай новый. Ложкой надо, удобной ложкой вышкребаем внутри. Давай, наверное, ложку. Сейчас я вот это выму. Ложка, ложка. Семечки хорошие. Не у каждого художника все сразу получилось. Все когда-то учились. Тем более, но не может получаться.
Это же просветы были, да? Чтобы крышка же не упала, просветы, да? Не, ну да, она же для красоты. Лучше вырезать, и она туда будет углубляться. Не-не-не. А надо, чтобы задержалась, да? Она будет держаться. Опачки, а кто это у вас? А угадай. Привет. Привет. Никита. Да, вы в университете. А, еще учу. Ага. Рады чему? Ну, каждый год, как, в одно и то же время. Мы с товарищами ходим. Ловим щуку. Дай по щуку. В прошлом году поймал же, вот Марат доставал. Достал щуку. Именно на Хэллоуин. Это на Хэллоуин было. Да, это был Хэллоуин. Может, пойдешь ты, Марат? Поэтому будем считать, что сегодня сорвалась щука. Хватай, хватай. Марат, возьми руки. Я сейчас возьму. Ой, давай, руки, Марат, возьми. Понятно, все видят. Это твой триумф. Снимите с меня У нас нету, что взять ее. Это случайно. Мы просто трендели. Да. Сейчас будет очередь. Да, она нормальная. Да, что ее уже теперь видит? Это на берегу дух не поймали, да? Здрасте. Ей плохо, Лариса. Еще бы, ей не должно быть она хорошо. Она на асфальт упала. Он еле донес ее. А что нам за поэтому? А тоже за щукой пришли. Коты, ладно. Коты. Да слышишь, делает им промывание. Стоматолог. Я песок. О, Марат, принеси. Ты еще поймай и боишься. Да, прикус. Но это свежак. Посмотри, красные жабры. Не то, что тут. Покажи, он снимет жабры. У меня есть зевака. Смотри. Ну так что ты. Красные, свежайшие. Видишь, свежачок. Все, у них же видео есть, как я его тягаю. Я под 2 метра от берега. 2 метра. А мы пошутили, таки стоим, говорим. Я говорю, Никита, вот это, видишь, какие у него полосы. Видишь? От зубы повылазили. 4 ряда и вдоль зубы, видишь? Она за вот этот херотень была. За зубы его. Кого? Еще не, давай. За зубы. Да уже. Она на самом. Эй, вот. Снимаю. Видела? Классная, конечно. Рифленая что-то там. Так видишь, какой ряд? Что? Ряд а вот зубов. А то она что-то жрала. Это знаете, что вот это вот у нее? Язык. То сухожилие. Вон, кусочек сухожилия чьего-то лежит. Чьего-то? Ну, кого? Зубы. Вон их меньше зубов. Да. Дождь пошел, да? Нет. Моросит. Вот. Приступаем. Значит, пробуем так, как шея, складки. Где она там помещалась, в том болоте? И верхние вон зубы какие. Угу. Это ж верх. Ужас. Ой-ой-ой, щуки. Так, что-то вымем. Это хорошо бы стереть вот этот вот. Где? Вот. Это нормально. Ось. Это подведен. Это. Макияж. Ну да. Все? Или не все? Все. Взбодрили. Все, молодец. Все. Я не помню. Пирожки какие-то. Да, там, кстати, с яйцом и луком для тебя. Классно, а с капустой Марат, для всех остальных. Как ты так научился? Глянь. Ага, жесть. Зубами сверху. Угу. Класс. Пошутная электричка.
Мастер. Ага. Талант. Представляешь, мы в Чебуречной где-то работаем. Да, давай. Шашлык. Давай. На гидропарке? Да. Отрастим бороду, покрасим черным. Будет Вано. Будет Вано. У Вано будет называться. Да, у Вано. И вот так поджарились грибочки, больше не надо. Немножко. Грибы пожарили, подготовили морковку по-корейски. Нарезаю филе тоненько, не отбиваю, просто нарезанное филе тоненько. И с двух сторон его нужно обжарить будет. Вот так вот я нарезаю, получается вот такой кусочек, тоненькое. Еще нужно подготовить капусту, ее нужно мелко порезать, нарезать поджаренную курицу тоже соломкой, ну мелко порезать. Шаурма у нас будет мясная и рыбная. Для рыбной шаурмы мы открываем консерву тунца. Итак, на тонкий лаваш выкладываем слой капуста, морковка по-корейски, консервированный тунец, грибочки поджаренные, слой сыра. И поливаем это соусом, который заранее смешали майонез и кетчуп. И заворачиваем лаваш. Теперь жарим. Теперь мясная шаурма. Капуста, морковка по-корейски. Соус. Соленый огурчик. Курица кусочки. Сыр сверху, грибочки и опять соус. Все это заворачиваем в лаваш. Классные. Ну их тоже здесь не сильно. А, да, тоже получилось. Там зарплата. Так надо сначала устроиться на работу. Ну, я там буду учиться. Ну, я буду в институте учиться, а потом я устроюсь там на работу.